406 миллионов рублей из госбюджета получит Самарский аэрокосмический университет. Соответствующий указ за подписью Дмитрия Медведева опубликован на официальном сайте правительства страны. Эти средства предусмотрены в рамках федеральной программы развития образования. Всего отобрано 14 учебных заведений, бюджет на всех 10 миллиардов. И напомню, в соответствии с указом президента, к 2020 году не менее 5 российских университетов должны войти в первую сотню мирового рейтинга.